День добрый, дорогие зрители. Недобрый час купил я вот такой трекер автомобильный с портом OBD2 или OBD2, как правильно произносить, я сейчас не знаю. Представьте себе, видите вот такую коробочку, втыкается через разъем диагностический порт автомобиля, от которого получает напряжение и, возможно, даже какую-то информацию. И должен по теории отслеживать перемещение автомобиля. На лицевой панели вот есть два индикатора, синенький и зелененький. Синенький отвечает, сообщает о том, как вы подключены через симку GSM к оператору, а зелененький сообщает о том, нашел прибор спутник или нет. Там ситуация не мигает, достаточно редко, то есть связь установлена и спутники найдены. Вот здесь у нас лоток под сим-карту и небольшой разъем мини-USB. Карта под стандартную симку и вот с таким вот металлическим контактом на ней, который включает или выключает устройство в зависимости от положения симки или нет. На лицевой панели также указан IMEI номер, который требуется для настройки прибора. На сайтах на мониторинга питается, как я уже сказал, он от технического разъема, собран на защелках, совершенно легко разбирается. Сейчас мы глянем, что у него внутри, насколько аккуратно все сделано. Так, вот видим аккумулятор. Смотрим вторую панель, поворачиваем, видим лоток для сим-карты. Какое-то железо, по всей видимости, антенна. Вот какая-то плата с непромаркированными элементами. Что-то керамическое, может, это антенна. Может, как раз GPS какой-то. Не знаю, брать не буду. Спаяны все совершенно аккуратно. Даже, видите, распаяны все остальные контакты физического порта. Ну, как пользоваться для диагностики, я так и не смог понять из инструкции. Аккумулятор держит код 3-4 часов, если прибор вынуть из разъема, он все равно будет продолжать работать, все равно будет следить за положением автомобиля. Настраивается все это чудо с помощью SMS-сообщений, которые отправляются на номер сим-карты. Также с помощью SMS-команд можно подключить данный прибор к сайту, осуществляющему GPS-мониторинг трекеров различных производителей. Но это уже тема отдельного сюжета. Если будет интересно, я постараюсь найти время и сделать такой ролик. На этом я благодарю вас за внимание. Желаю всем хорошего дня. До свидания.